Здравствуйте! На предыдущем видео мы связали с вами квадрат с розой. А сейчас я покажу вам, как эти квадраты соединить можно между собой. Это один из способов. Способов очень много, они различны. Я предлагаю такой. Так смотрится соединение с лицевой стороны работы. Я специально провязала нитью зеленого цвета, чтобы было видно соединение. И вот так смотрится он с изнаночной стороны работы. Вяжется он столбиками без накида, и между ними провязывается воздушная петля. И сейчас мы с вами провяжем. Соединение можно вязать нитью бежевого цвета, а можно вот так же, как я попробовала, нитью контрастной, то есть такой же нитью, как мы вязали с вами листочки. И для начала провяжем начальную закрепительную петлю. И для того, чтобы косичка была с изнаночной стороны, мы квадраты сложим между собой изнаночной стороной. То есть между собой лицевая сторона должна лечь на лицевую сторону. Тогда косичка будет с изнаночной стороны работы. Если вы же наоборот, вы хотите, чтобы косичка была сверху, тогда можно и по-другому сложить квадраты изнаночной стороной вовнутрь. Мы будем делать косичку с изнаночной стороны. Поэтому квадраты мы сложим лицо к лицу. Вот так. И будем обвязывать. Здесь у нас квадрат с изнаночной стороны и здесь. Итак, провязали начальную закрепительную петлю. И у нас теперь нить на крючке. Берем квадратики, соединяем между собой. И первую петельку мы возьмем по центру уголка. Ведем крючок под обе стороны петли. В одном квадрате и во втором. Подхватим рабочую нить, вытянем ее и провяжем столбик без накида. Затем свяжем воздушную петлю и, пропустив одну петлю в одном квадрате, вводим крючок под следующую петлю, под обе петельки. И так же само, таким же образом поступаем и с другим квадратом. Здесь мы пропускаем одну петлю, под следующую вводим крючок, и вот у нас уже крючок где-то под петлю одного и второго квадрата. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем столбик без накида. Воздушная петля и повторяем вязание. Пропустив одну петлю, вводим крючок в следующую, в одном и во втором квадрате, и провязываем столбик без накида. Так провязываем до конца стороны квадратов. Внимательно подхватываем под обе стенки петли. За счет воздушной петли между столбиками шов получается мягким, он совсем не груб. Так мы довязали до конца стороны квадрата. Что у нас получается? А с этой стороны у нас образуется косичка.
Так вяжется и соединяются и следующие стороны квадратов. Если это у вас покрывало, у вас получается, вы соединяете сначала одну полосу, затем вот так вот будете соединять следующие полосы. Ну и прежде чем с вами проститься, хочу показать, какой у меня сегодня был ассистент. Правда, он немножко уснул. Вернее, это у нас ассистентка. Сейчас я немножко камеру поставлю. Вот так вот. Вот вам видно? Это моя кошка. Немножко она уснула. Вот она вам тоже передает привет. И очень хочет, чтобы у вас всегда получались красивые изделия. Ну, а теперь я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. Мира на земле и удачи. До свидания.